Это с вами я, Фаникот, и сегодня я вам покажу своих 3 игр, так что не будем терять ни минуты. Вот это мой аккаунт, вы должны заходить в ДБ на Айгене, так мы заходим в него. И вы должны набрать 10 лайков, пожалуйста, вы в прошлом видео не набрали 10 лайков. Так, вот это первая игра, там было 6 визитов, почему? Потому что я его еще 2 мая запускал, но мне никто не играл. Посмотрите, я... А сейчас я покажу, какой звук, а все. Так, начинаем играть. Вот я пока вам буду показывать, как нужно играть в Тормоне. Так, на этом уровне старайтесь все сложнее, скажем, вот начинаем играть. Вот начали. Вот здесь, наверное, не идут. Ой, нет, я просто скил. Хорошо, идем, быстро. Да, я вам буду это показывать. Ой. Почти убил. А, вот так. Еще их нет? Нет. Хорошо, еще там будет призрак, потом... Оп! Все. Что? Нет? Здесь нет пока. Вот, посмотрим, что без слов, идем. Вот, а это какой-то неплохой лист. Запомнил, что это клубы, золото, все так, так. Я прошу 5. Сейчас идем в другую игру. 2 минуты еще прошло. Хорошо. Вот у нас еще есть. У нас еще есть. Как это называется? Ладно, сами увидите. Правильно, что мы так. Так, 2 визита всего. Я думаю, больше. Хорошо. Сейчас поиграем немножко. Давай, включись. Да, вот. Вот там нужно декорить. Твоя анимация. Вот теперь ты можешь бегать, да, похож на клипик, но это по-другому. Вот так нужно бегать. Мы с друзьями играем, так поезжать, когда идет ее, через 10 секунд он, наверное, остановится, потому что нужно всегда нажимать. Ну, как видите, если вы делаете очень много, вот он остается. Видели? Так. Это вам показывает. Вот теперь идем я аквапарк, да. Где у нас аквапарк? Да, давай. А, там. Да, вот он. Ну, там была плохая разработка, потому что тогда мой компьютер был немного плохим. Да, и почему у меня 2 месяца не выходили видосики? Потому что... Ого. Потому что мой компьютер был сломан, да, я все-таки не мог починить. Вот очень ответственная работа, это невозможно. Вот там есть вот всякие штуковины, всякие. Вот здесь можно что-то сделать. И вот эти белые штуки... О, да. Вот здесь у нас типа сюда, и эти белые штуки, похоже, либо будет вам мешать, либо еще плохо. Вот, идем быстрее. Вот тут сидит покупание для девочек и для мальчиков. Вот я вот это выбрал. У меня по душе. Вообще, идем, быстрее. У меня нет времени, потому что я сейчас пойду днем рождения моему однокласснице. Ну, она девочка. Да. Ладно, идем, быстрее. О, да, все захлеб. У нас нет правил, поэтому идем. Уии! Вот я ничего не делал, если бы, да, вот так было. Ого, не знаю, как я
по горку скатывался 7 секунд, а потом упал из третьего этажа. Вау, привет, чувак. Ну что ж, ребята, на этом концу. Всем пока. Я сказала пока.